Загреба на Будапешт. Пока что на озеро Балатон, чтобы вдоль него проехать немного, если получится там поснимать хоть немного, хоть что-то. А дальше на Будапешт. Проезжаем рядом с озером Балатон, которое, или самое крупное, или одно из самых крупных, то ли в Европе, то ли в восточной части Европы, я точно не помню. В общем, маленький городок какой-то, Фоньот, по-моему, правильно ли я произношу венгерское название. Вот, сейчас вроде мы дальше будем ехать прямо рядом с этим озером, и я собираюсь это поснимать. Вот, а пока что вот увидел такую гору с каким-то вверху, то ли маяком, то ли что это, башня какая-то, может быть, телевышка, что-то типа такого. Вот, и надеюсь, оттуда будет какой-то вид на озеро. Вот этот Фоньот. Ну что, вроде бы есть контакт. Точно. Вот оно. Опа. Туда такой вот немножко закатик. Вот он, Балатончик. Я так понимаю, это главное озеро венгров. И они сюда любят ездить, отдыхать, купаться, как на море, в том числе и из Будапешта. Я останавливаться уже не планирую, типа там омыть ноги или моноколесо в воде Балатона. Вот это уже не собираюсь делать, просто чтобы время не тратить, потому что нужно дальше ехать на Будапешт. А я и так срулил с хайвея вот на эту вот такую типа проселочную дорогу, ну как, просто обычное шоссе через населенные пункты, именно для того, чтобы проехать. По карте посмотрел, увидел, что оно просто проходит прямо рядом с этим озером, и я надеялся, что я его увижу. Ну вот, на самом деле, и увидел. Отлично. Прям даже видно, как люди там купаются, пляжики вон видно. Ну, короче, все стандартно. Вон там паруса и яхточки плавают. И вот на другом берегу какие-то горы виднеются, ну, небольшие горы. А что за они, я уже не пробивал. Вон яхты еще. В общем, все, дальше next stop из Будапешт. Next destination. А пока что с Балатоном все ясно. Купаться там особо и не тянет. По курсу замечен не слабый такой мостик. Решил его заснять. Какие-то весочки и на Балатончик, вот он там вверху виден. О, точно, это мы все еще едем вдоль Балатона и проехали только где-то 2/3 его. Ну, в общем, длинное озеро, по-моему, километров 80 оно тянется или больше, я точно не помню, надо будет потом пересмотреть.